Друзья, всем привет! Сегодня приехал на Москва-реку, но сегодня приехал сюда не рыбачить, а попробовать пособирать здесь металл. В прошлый раз был, когда на рыбалке видел, здесь очень много металла валяется прямо на берегу, здесь в воде. Короче, вот нарядил эти сапоги, забродники. И сейчас пройдемся по берегу, здесь прокатимся на машине и пособираем металл. Погнали! Ну вот, какая болваночка под водой. Ну, попробуем достать. О, прикол. Она не железная даже. Она даже не железная. Ну вот железки, вот такой гнилой металл уже, такой никто не возьмет. Так, вон железяка. Хорошо сидит. О. Вот такая болваночка. Сейчас мы ее положим. Так, сейчас полоснем еще разок. Хорошая железка. Так. Что тут еще есть? Вроде все. Пойдем дальше. Тоже гнилой металл. Ой.
Вот. Бобры точат. Видели как? Снова ржавая труба. Трассы. Железки. Ладно, дальше не вижу смысла топать, пойдем обратно. По-хорошему нам бы наверх забраться. В общем, прошли такой небольшой участок берега. Металл есть, немножко насобирали. Сейчас на машине подъеду, заберу его.
поехали дальше. Друзья, ну, в общем, насобирали мы немного металла. И сейчас вот по пути домой, у нас как раз по пути приемка будет. Сейчас заедем и сразу сдадим его, чтобы не собирать дома там, не перегружать. Короче, я решил прям сразу его сдам. И мы сразу узнаем, сколько, значит, сегодня денег заработали. Все, смотрим.
Ну что, друзья, заехал на приемку, сдал металл. Получилось 61 килограмм металл я насобирал сегодня на Москварике. А получилось на 800, там с чем-то, с копейками рублей. 802 рубля, кажется. А с утра, перед тем, как выехать, я заправился на 1000 рублей. Так что, можно сказать, бензин почти что отбил сегодняшней поездкой. Ну, даже в плюсе остался, потому что я же не на 1000 сегодня сожгу бензо. Там еще полбака останется. Так что, такие дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будем еще чем-то экспериментировать, собирать. Всем пока!